Из проповеди архимандрита Павла Груздева «Трое вас, трое нас». Жил в 20 веке в Ярославской губернии старец, архимандрит Павел Груздев. Вот какую проповедь он сказал. Родные мои, молитесь. Как птица без крыльев, так человек без молитвы жить не может. Утром-то встал во имя Отца и Сына и Святаго Духа, хоть разок перекреститься правильно, чем 100 раз махать руками. Обед пришел, помолиться бы и Отче наш прочитать, да забыли. И тут хотя бы Господи благослови. Вечер пришел, у кого-то радикулит, у кого-то давление бывает. Так хоть подойди к постели, да сообрази сказать «Слава тебе, Господи!» День прошел, благодарю тебя, Господи. Вот эти маленькие 3-то молитвы, а их желательно каждый день повторять, это очень желательно, а кроме того, так и похвально. Вот что говорил старец. Поняли? Чтоб не осуждали того, у кого молитвенные правила больше, а у кого меньше, кто больше наизусть молитв знает. Можно одной коротенькой, но от сердца сказанной молитвой до Бога скорее достучаться, чем твоим полным молитвенным правилам, прочитанным лишь бы как. Вот какую историю отец Павел рассказывал. Едет архимандрит с иконой Божьей Матери по рекам и озерам крестным ходом. Богоизбранная отроковице, ищем образ твой святый, и уже точишь исцеления всем святым. Попроси капитана, очень Бурсов надо. Команды. Но Архимандрит. Она ведь помереть может, трудно рожает. Как чудотворцы же к святым людям. Отец Александр, на этом островке трое святых живут. А что за народ? Монахи? Да нет, рыбаки. Хм, ясно. Да у них рыба, во, какая! Да такую в здешних местах никто еще не ловил. Чудотворцы! Видал я и старцев, и чудотворцев. Не верю я в эти россказни. Откуда нынче святым-то взяться их и в монастырях-то не сыскать? А вы мне про обычных рыбаков рассказываете. Отче, там святые живут. Вот тебе крест святые. Да послушай нас, да точно говорим. Вестимы святые, все знают. Хм. Ну хорошо, остановите корабль. Чего? Давайте-ка навестим этих ваших чудотворцев. По местам стоять! Капитан, я понимаю, ваши матросы простые люди, но... А вы? Вы же образованный человек. Как вы можете верить в эти россказни бабкины? У нас же и святой жизнеподвижник, и оптинские старцы, и святитель Игнатий Брянчанинов. Вот камертоны высочайшей жизни духа. А здесь рыбаки. А народ-то верит. Да. Лево на борт. Стоп, машина. Якорь за борт. Никодим. Попроси помолиться за непраздную Марию, ей рожать скоро. Весла на воду.
Ну что ж вы, братья? Раз за весла-то схватились, грядите уж как-нибудь. К нам. Идут к нам? Да. Давайте, ребята, кланяемся. Благословите, батюшка. Бог благословит. Добрый день. Здрасте. Здрасте. Люди добрые. Рассказывали мне, что где-то тут святые живут. Кир. На этом острове? Одни мы тут живем, святых не видали. Хорошо. Да проходи, отче, к нашей скромной трапезе. Пойдем. Благодарствуем. Такую рыбу в здешних местах промышлял? Сроду не видел. А к этим как не приедешь, только такая. Попейте нашей водички из родничка. Спасибо, Господи. Благодарю. Хорошо. А расскажите, люди добрые, кто вы? Сколько здесь живете? Чем промышляете? Откуда вы? Спасибо, Господи. А не знаем, отче, сколько мы здесь живем. Лет, может, 20. А может, и 30. Мы были рыбаками. Промышляли рыбу на этом озере. Поднялась сильная буря. Все разметало. Все разметало? Мы трое на доске дали Богу обещание. Господи! Если очутимся на земле, с этого места не уйдем. Будем жить здесь до конца нашей жизни. До конца нашей жизни. Раз в год к нам священник из материка приезжает, исповедует нас, причащает. Помолимся. Угу. Ну, а зимой как? В одной рубахе? Да нет. Добрые люди тулупы привезли. Да, добрые люди. Ну, это ладно. А как молитесь, главное? Да какие мы молитвенники? Учили азбуки ведьм, да и то не выучили. Да только знаем, что на небе есть Святая Троица. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. И нас трое. Я Вася, Ваня и Илюша. Да мы никаких молитв не знали. Сами придумали молитву. Сами? Трое вас и трое нас. Господи, помилуй нас. Нет, неправильно. Вот какую молитву надо читать. Отче наш называется.
Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должников. Во дали! Видать, отче наш затянули. Да к трапезе. Как знали, что гости будут. Хороша, да, рыбка. Да. Угу, 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 угу. Пусть батюшка нас этой молитве научит. Прости нас, убогих. Как бы нам этой молитве научиться? Молитве научиться? Молитве? Ну, раз грамоты не знаете, мотайте на ум. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Хлеб наш насущный дашь. И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем долги. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Аминь. На Святой Руси. Что вы говорите? Я говорю, какие еще люди есть на Святой Руси? Чудаки. Святые. Да какие святые? Простые да набожные. Дивны дела твои, Господи. Ну что, Никодим, за Марию-то попросил? Конечно, попросил. Ну, слава Богу, теперь все хорошо будет. Господи, помилуй. Господи. Отче, отче, молитву забыли. Что там после... Да связится имя Твое! Давай слово учить! Я уже 50 лет как монах. У престола Божия стою, облачен от Бога властью священства, все молитвы знаю. Но бегать по морю я не умею. Не пробежать мне. А вы только и знаете, трое нас да трое вас, Господи, помилуй нас. Но у вас чистое сердце. Идите. Идите с Богом на свой святой остров. И живите и молитесь там, как молитесь.
Это я о молитве сказал, а не о многоглаголании. Вот что говорил старец. Поняли? Родные мои, это я про молитву сказал, как молиться, не про многоглаголание. Сила молитвы не в многословии, а в искренности молитвенного вздоха. Где просто, там ангелов соста, а где мудрено, там ни одного. Вася, что отче нам сказал? Сказал, как молились, так и молитесь. Трое вас, трое нас. Господи, аминь.